Челанзарской улице, и здесь мои друзья. Где зеленые чинары украшают улицу всегда. Каждый раз на Челанзарской слышу я, свистят как тормоза. Всем привет! Я нахожусь рядом с третьим кварталом. Видите, позади меня проход в третий квартал. Сейчас хочу пойти в направлении к Катарталам. Вот, через квартал. Посмотрим, поснимаю. Вот. Сейчас вот такие красивые здесь прям поставили колонны, прям фонтанчики. Но видно, что, блин, все настолько некачественно. Мне кажется, оно через 5 минут это развалится. Сейчас разверну камеру, покажу вам, как это выглядит. Волги гуляют. Ну вот, справа от меня улица Гагарина. Вот. А здесь получается, что сейчас пойду в направлении Катартал. Неужели здесь кто-то пластику делает? Это же как надо себя не любить, чтобы пойти сюда делать что-то. Вот проход. Вот здесь вот от меня слева, это Чайка. Задняя сторона Чайки. И вот 77-я ТС, если кто помнит такое. Такие вот дома хрущевки. Сейчас иду в направлении 168-й школы. Пойду через девятиэтажки, там в девятиэтажках перейду дорогу на Хамзень, пойду по Тарталу. Прогуляюсь немножко. Сейчас уже 5:30. Вот иду. Кто живет здесь? Кто жил здесь раньше? Наверное, мои одноклассники. Здесь много очень жили одноклассников. Сейчас уже они все переехали по разным странам. Никого здесь не осталось. Всем большой привет от меня. Вот 40-й дом. Вот 31-й. Иду со стороны метростроя, сейчас на метрострой выйду через речку. Вот. Смотрите, какая красота. Площадки поставили для детишек. Зелень. Везде поливают, убирают. Очень все облагородилось внутри кварталов. Реально красиво. Смотрите, какие красиво обустроенные дома. Я не знаю, как насчет коммуникации, конечно. Но вот у каждого есть своя площадка. Вот 32-й дом. Там вот сзади моя школа, 168-я. Справа от меня. Но я туда не пойду, потому что у нас на канале есть 168-я школа. Вот здесь такой парчок легендарный. Очень многие здесь детки играли в 168-й школе, кто учился и поблизости проживал. Вот видите, боковые дома 34-й. Таня, здесь Артыкова у меня, одноклассница, жила здесь. Шохина Лена. Вот такие вот у нас дома. Большой солнечный привет вам из Ташкента. Сейчас я пойду на речку, на греческий пляж, какой у нас здесь раньше был. Здесь вот дом повыстроили, которого никогда раньше не было. Здесь была поляна. Сейчас дом поставили. Может быть, там еще прогулочная зона вдоль реки есть. Да. Смотрите, поставили скамейки, как красиво все стало. Вон там 168-я школа, забор виднеется. Вот этого дома раньше не было. Он новый. Смотрите, какая прям территория.
прям красота. Смотрите, как облагородили речку. О, здесь уже пляжа нету. Пляжа больше нету. Сейчас пройду в ту сторону, к метрострою. Все одним кадром делаю для вас. Потому что там я дорогу не перейду. Там нету этого пешехода. Пешеходного перехода. Я лучше через метро пройдусь. Смотрите, как красиво стало здесь. Все новые дома построили. Солнце светит сильно. Смотрите, какая площадка. Такие дома красивые. Все благоустроено. Я просто балдею от того, что как это красиво выглядит. Птички от жары высунутые. Вот язык. Смотрите, мостик. Убрали машины, стали ездить там. Раньше мы с Бардиком сюда приходили, купались. Купался он здесь в реке. Очень многие здесь. И греческий пляж был здесь, и на территории. Вот стадион метрострой. Я здесь занималась спортом. Сейчас вот что здесь? Спортивная школа открыта, Чилонзарская. Вот кто помнит метрострой, вот он как выглядит метрострой. Дома построили. Вообще ничего не узнаете. Реально все изменилось. Вот реально изменилось. Вот детишки, которые вдоль дружбы народов идут. Мне вот нужно через дорогу перейти. Я не пойду уже к нашей школе 168, вот как видите, попробую здесь перейти дорогу. Смотрите, продолжение идет, наверное, к парку идет продолжение. Надо... Ну вот, я иду, вот здесь Сашка, вот она. Здесь многие мои со школы учились одноклассники из других классов, параллельных классов. Вот, 12-й дом. Перейти дорогу, конечно, не знаю. Здесь раньше везде на дружбе народов были переходы, а теперь их всех убрали. Неужели это нужно идти или до метро, или еще куда-то, чтобы перейти эту дорогу? Реально невозможно, наверное. Здесь раньше переходы были. Видимо, люди очень много происходило, что-то нехорошее. Видите, нету ни перехода, ничего. И не перейдешь нигде. Реально не перейдешь дорогу. Надо идти к метро. Перехода вообще нет нигде здесь. А я боюсь и переходить так, если честно. Вообще реально боюсь. Такой поток машин непрекращающийся. Я не решилась перейти дорогу. Реально большой поток активных дорог. Машины едут, не останавливаясь. Я не сумасшедшая, чтобы бежать через этот поток машин. Один пропустит, другой не пропустит. И лучше не рискуйте. Так что это небезопасно здесь проходить дорогу. Здесь очень большой поток машин. Реально, никто не останавливается. Все что-то как сумасшедшие бегут, куда-то едут. Вот. Я продолжаю свое движение к Хамзе. Сейчас заодно для вас поснимаю. Вот смотрите, здесь этаж, кто здесь жил. Вот здесь. Нина, ты твоя десятиэтажка. У меня здесь подружка жила, сейчас живет в России. Нина Якубова зовут. Вот. Там подарочный был, 1000 мелочей. А, 1000 мелочей с другой стороны. Здесь подарочный был, по-моему, и гастроном.
и магазин пластинок «Мелодия» назывался, и еще, как ее, комиссионка. А здесь другая десятиэтажка. Вот. Нет, спасибо большое. Следы на липучках. Предприимчивые женщины. Ну вот, дошла я до метро «Хамза». Сейчас перейду и буду под землю спускаться. Какая красота. Я везде повторяюсь, конечно, красота, красота. Но действительно, если это хорошо выглядит, почему бы не сказать, что это хорошо выглядит? Кто-то скучает по местам, где он вырос. Делюсь я со всеми вами видео, что я вижу. У меня есть возможность такая, я это делю. Делюсь безвозмездно, мне за это не платят, сразу говорю. Это на добровольных началах. Там уже моя Махаля. Там же моя Махаля. Это значит Узбекфильм. Дитирак улицы. Потом дитяшки, в которых еще мои знакомые живут и жили когда-то. Вот там обувной магазин, там этот комиссионка. Вот Навза сейчас была, Хамза стала Навза. Сейчас перейду дорогу и пойду на оптовку. Конечно, могли бы уже отреставрировать эти все переходы. Все выглядит ветхо, только название поменяли. А на самом деле ничего не изменилось здесь. Это моя родная станция. Направление комиссионки и магазина «Штангиста», если кто такой помнит. Смотрите, какие переходы огромные, чтобы люди не ходили по дороге. Это в цели безопасности. Здесь раньше гастроном какой-то был, ресторан, сейчас его, видите, закрыли. Дорога на «Штангиста». Иду не внутри квартала. Сейчас пойду в магазин «Штангиста», где зубная поликлиника была раньше, с правой стороны будет. Здесь и слева от меня сейчас будет комиссионка больше. Пирожковая. Пирожки. Здесь кукуруза. Везде, короче, пирожочки. Продаются кукурузка. Видите? Это магазин. Комиссионка, которая раньше была, сейчас не знаю, существует он или нет. И везде, заметила, на домах, на фасадах домов стали рисовать всякие граффити. Раньше такого не было. Очень красивые граффити рисовать. Вот. Раньше в Махале жила моя подписка Софья. Смотрите, какой обменник. Появился здесь Агробанк. Шикарный обменник. Стажка. Здесь и двухподъездная была.
в этой пятиэтажке жил знакомый моей подружки. Звали его Адольф. Представляете, имя такое. Вот знаменитая картина здесь. Она очень старая, такая мозаика. Мир, братство. Дырку даже сделали, блин, смотрите. Ужас какой-то, там еще одна дырка. Почему они... А, смотрите, заложены все окна почему-то прям кирпичами, видите? Вот. И там тоже. Что за фигня? Зачем кирпичами окна закладывать? Ну вот, я нахожусь рядом со штангистом, вот позади вот этого белого огромного здания. Там находится зубная поликлиника. Сейчас я подхожу к перекрестку Катартал. Сейчас я вам засниму, как выглядит сейчас в данный момент этот перекресток, как выглядит сейчас магазин штангистов легендарный, где все покупали свои велосипеды первые, потом что еще покупали, мотоциклы Ява или еще что, какие мотоциклы еще были. Вот этот штангист, пожалуйста. Я специально сегодня приехала сюда, чтобы уделить внимание такому хорошему, прекрасному месту, где многие жили, выросли, и что связывало их с прошлым. Вот так вот выглядит магазин этот. Магазин штангистов, а это направление этаж совета. Пойду поснимаю здесь. Все увидели все, кто что хотел, увидел. Магазин штангистов, вот, пожалуйста. Вот так вот. Все так любят этого. Магазин штангистов, вот он, красавчик. Там Махаля и направление греческого городка. Идзидрат, греческий городок. Сейчас разворачиваюсь и иду в направлении оптовки. И Таш Совет. Кинотеатр Таш Совет. Я уже сегодня столько проходила километров, что это просто невероятно. Живу сейчас я не на Чиланзаре, поэтому здесь редко бываю. Вот сейчас воспользовалась моментом, снимая этот момент. И делюсь с вами. Надеюсь, вы оцените этот момент и оцените мой труд в качестве там типа лайка или комментария более активно. Мне вообще, честно сказать, никакой прибыли от этого нет. Просто хочется по-человечески, чтобы люди говорили спасибо. А на самом деле люди думают, что я от этого что-то получаю, но я ничего не получаю. Вот слева от меня сейчас будет Арсовет. Сейчас заберу Бекин планшет, который она поломала, и поеду домой. Бешхинор Махаляси. Не знаю, раньше был, по-моему, 7 или 8 квартал. 6 квартал, вот. Это же 6 квартал или 7 квартал? Какой денег шикарный у девушки. Метнула и пол квартала подмела. Соскучился с пасом всех. Я как в песне, короче, что вижу, то и показываю. Что вижу, о чем, а что вижу, то и о том и говорю. Везде я посмотрела, везде стоят бильярдные столы. Кто играет в бильярд? Я еще ни разу не видела. Это вот только на Чиланзаре это так популярно. Так.
Люди веселятся, не унывают. Вот там тоже совет. Помните кинотеатр? Вот там. Вижу, вон там. Вот здание, но оно какое-то перестроенное. Озюрт написано. Здесь справа была поликлиника Дейкина. Дейкина, Анина. Когда мы жили здесь. И, по-моему, 9-й роддом. А это оптовка. Сколько раз она горела. Потом еще что-то с ней было. А сегодня я здесь была и, короче, на Чиланзаре я так поняла, что большие перебои с электричеством. У нас такого нету, а вот здесь вот постоянно что-то. Смотрите, фастфуд какой-то. Прикольно. Типа вот заказывайте, как в Макдональдсе, смотрите, то же самое. Вот пицца есть, и бутерброды есть. Прикольно. Фастфуд по-узбекски. Вот он, наш совет. Несат. Озюрт. Но уже написано, это уже не кинотеатр, это уже какой-то фастфуд. Так, красный свет. Дороги нет. А люди идут в пофигу. Вот, теперь зеленый пошли. Ну вот, наш совет. Совет. Мы сейчас какой-то здесь таумлари сделали. Ну, национальная кухня. Ну, вот этот сташки раньше не было, да? Вот это. Какая современная место, смотрите. Вот еще один фастфуд какой-то. Макс Уэй называется. Ну, так вот. Надеюсь, вам понравилось. Прикалитесь, как люди работают, в каких условиях. Вот света нету нигде на автовке. Это целый день, и люди сидят в духоте и работают.